Добрый день! И сегодня я расскажу, как сохранить документ Microsoft Word в PDF. Итак, у нас есть некий документ, может быть с таблицами, с текстом, любого формата. Мы нажимаем на вкладку «Файл», затем нажимаем на кнопку «Сохранить как» и выбираем место, куда мы собираемся его сохранить. После чего пишем название документа и выбираем тип файла PDF. Затем нажимаем на кнопку «Сохранить». Итак, у нас наш файл сохранился в PDF. Давайте посмотрим на рабочем столе. Вот он появился на рабочем столе. А если это видео вам помогло, ставь лайк и подписывайся на канал «Простые решения».